Слава Україні! Друзі, скільки раз я чув в останні дні, що все закінчилось, народ томився, залишились одні маргінали, бомжи, що ті люди, яким нема що робити. Але зараз подивитись, у мене є зараз перевага, тому що я тут стою на сцені, я не бачу кінця цього зібрання. І це при відсутності нормального звуку. Дякую всім, що прийшли, наше зібрання відбулося. Одні погані новини для барих і гарні новини для українських патріотів. Мені здається, що це тільки початок. І, звісно, вони, які вони там терміни, якими термінами вони користуються? Міхомайдан. По-перше, це я не Міхо. По-друге, це не Міхомайдан, це зібрання його величності українського народу. І треба вам всім звикнутися з цією думкою. Шановні друзі, ми говоримо не тільки про те, що було погано. І реально, стільки можливостей ми втратили. От я собі ловлю на думці, що якщо би Владимир Ланові, який сьогодні з цієї сцени мав виступ, тоді став би президентом України. Коли ви йому сфальсифікували і вкрали його голоса, щоб він не вийшов в другий тур. А якщо би до нього дослухався чинний президент тоді, то у нас були б такі ж реформи, як в Польщі. І ми б жили краще, ніж Польща, тому що Україна має більш потенціалу. Але ми втратили тоді таку можливість. Якщо би після цього, після першого Майдану, вони не злякались і вони, і мій кум Ющика був трошки сильніше. І послухався народу, а не цих бариг і посипак. Це була б абсолютно інша Україна, тому що тоді ще в Україні було 47 чи 48 мільйонів людей. На жаль, ми втратили і ту можливість. В третьому випадку те ж саме. А зараз в Україні, якщо ця тенденція буде триматись, а президент що сказав позавчора? Ми впевненими кроками йдемо вперед. Його бізнеса навіть йдуть вперед. Нема жодного бізнесу у нього, у якого прибуток менше ніж 100%, а у банка 304%. При цьому, що економіка України навіть не зростає, тому що зростання 1,7% – це помилка статистична. Це відсутність зростання. При наявності інфляції 17%, а на їжу на тарифи 40-50%. А зараз додаткова і медицина додалась після цього закону. І у нас така ситуація. І нам треба говорити про те, як вийти. І що буде в Україні після Порошенко. Це дуже важливо. Що його залякало? Вчора була така історія, зі мною відбулася. Вони захопили трьох хлопців на вулиці, які мали якесь відношення до мене. Ну, в минулому. Це реально гарні хлопці, вони патріоти України. Серед них один полковник грузинської армії, який був поранений тут на Східному фронті. Він інструктор Національної гвардії України, дуже відомий військовий, Давид Макішвілі. І ще один хлопець і третій хлопець, який тут живе вже 10 років. Ну, не пощасливилось йому, він був моїм водієм трошки. Був, але він не працює зі мною. Так їх захопили на вулиці, побили, мішок на голову, Національна гвардія це зробила, на наші кошти, ваші кошти. Вони знайшли літак Національної гвардії, окремий літак, і на цьому літаку, і разом з спецназом Нацгвардії
по наказу Алерова, генерала, вони їх перевезли і вибросили в Грузію. Вчора ми були у родини одного з хлопців, українська дружина, дитина 4 місяців на руках. Вона каже: ні, президент, треба повернути мені мого чоловіка. Я хочу сказати їй, обов'язково повернемо. Тому що такі речі не можуть бути, залишатись без покарання. І суспільство буде, не буде терплячим до несправедливості, тому що українське суспільство найбільш нетерпляче до несправедливості, коли це дійде до людей. І тому мені здається, що мені кажуть, що треба просто посмотреть їм в глаза. Що робить Порошенко? Він, к сожалению, веде себе як дешевий мафіозі. Да, он... Он посылает мне постоянно черную метку. Сначала, когда я был в Одессе, он лишил гражданства Сашу Боровика, чтобы сказать: тебя тоже могу лишить гражданства. Я не понял намека, и он лишил меня гражданства. Вчера он захватил людей, связанных со мной, выслал их в Грузию, сказал: вот точно так же с тобой сделаю, если не поймешь. Так вот я ему скажу: можешь выслать, можешь схватить, можешь скрутить, можешь побить, можешь даже убить, но не убьешь волю этого народа, не победишь этот народ, не победишь Украину, и все равно проиграешь. Слава Украине! И поэтому мы должны думать, что будет потом. Больше всего меня, я восторгаюсь украинским народом, больше всего меня всегда пугает то, что отдельно люди подходят, говорят: ничего у нас не выйдет, цього разу не выйдет. Ну ти все намагаєшся робити, але нічого не буде. Буде обов'язково, ми маємо сказати: буде, у нас все вийде абсолютно. Слава нації! Я думаю, що буде, чому. Нас приучили тому, що ми лузери. Нас приучили тому, що ні от Луданова не вийшла, у Ющенка не вийшла, у Помиранчевих, у следующих реформаторів, от Єврооптимістів і других парламентарів не вийшла. Вони нас приучають к мислі, що хто би не дергався, все одно не вийде. Так не дергайтесь. Давайте уїжджайте в Польщу. Скоро, знаєте, якщо тенденція по опустошенню України буде продовжатися, через 25 лет в Україні буде населення менше 20 мільйонів чоловік. Це статистика. І тоді нам будет, надо будет развивать только два объекта в Украине. Аэропорты и кладбище. И желательно около аэропортов. Потому что украинцы, которые уедут, они будут просто прилетать на один день своим родственникам, которые будут на этих кладбищах, и опять улетать в Польшу, Канаду, Германию и так далее. Вот это статистическая перспектива. Поэтому мне кажется, что мы должны ее переломить. В Украине огромный потенциал. Сейчас мы растем 1,7% после падения больше 65% экономики. И нам говорят: если будем хорошо себя вести, у нас будет 3%. Серьезно? 3%? И мы вас должны благодарить, вас, барыг жалких, за 3% живых? Каким образом? То есть народу 3%, а его банку 304%? Народу 1,7%, а его сахарному заводу 197%? Что это за статистика? И почему это так происходит? Поэтому у нас огромный потенциал. У нас огромный потенциал инноваций. Огромный потенциал инноваций. Каждая копейка, каждая гривня, вложенная в украинскую науку и инновацию, даст прибыль чистую 100 гривен. Каждая гривня, вложенная в украинское образование, даст десятки раз больше возврата. У нас еще есть эти специалисты. Но это надо делать, это треба робити негайно, нема часу чекати. Друге, у нас есть огромный потенциал в городах. Знаете, что в Одесской области, я, одно из, что разрывает мое сердце, 50 километров лучших оставшихся пляжей в Европе. Это Татарбунарское побережье. У нас есть город Черновцы, который, я считаю, одни из самых красивых городов в мире. Сама Одесса, которую убивают каждый день. Хортиця,
потрясающие курорты Закарпатья. Потрясающий Львов с Хатынь, там Каменец-Подольский. То есть, куда ни посмотришь, потрясающая Белгород-Дестовская крепость. 30-40 миллионов туристов Украина может спокойно принимать. Знаете, все знают про Умань. Молодцы евреи, приезжают хасиды каждый год, и эти люди живут за счет еврейской там этой туризма. Но извините, рядом с Уманем, не так далеко, есть в субботе, есть Чигирин, тут были ребята с Чигирина, где население не осталось. В субботе полностью опустошение, потому что там нет работы. Что украинцев в мире минимум 10 раз больше, минимум или 20 раз больше, чем хасидов, которые приезжают. И это должно быть место паломничества для украинцев. Чигирин, Субботи, великие исторические места, где абсолютно большинство людей даже не были. Просто нужно правительство, которое любит, уважает и знает свою историю, свою страну. Мне кажется, они специально его развивают, не развивают. Потому что если люди приедут и посмотрят, что Богдан Хмельницкий жил там, где он жил, а ему могли поляки и русские, и крымский хан Гирей сказать, мы тебе дадим 10 раз больше дом, мы тебе дадим 100 раз больше земли. А у него был дом, который меньше чулана любого среднего депутата тут. Естественно, он выбрал Украину над богатством, а эти всегда выбирали богатство над Украиной. Но мы должны вернуть эту традицию. 30-40 миллионов туристов минимум может приехать. Военная промышленность Украины может продавать оружие минимум на 15-20 миллиардов долларов. Я знаю, я делал военную промышленность в Грузии. Из несуществующего завода Грузия имеет потенциал продажи на 600 миллионов. У Украины 100 раз больше потенциала. Но надо убирать Гладковских, надо убирать этих, и у нас будет военная промышленность, которая полностью профинансирует армию, полностью профинансирует защиту страны, и еще деньги останутся на социальные потребы и на социальные нужды ваши. У нас украинская земля может в два раза больше производить запросто, но тогда деньги надо наводить не Косюгу, как Лещенко правильно сказал, а ферменам, кредиты. Сейчас у многих из них у вас есть паи. Паи же это крепостное право. 10 гектаров. У моего знакомого, я вчера спрашивал, раз год получать 17 тысяч гривен. Что такое 17 тысяч гривен? За плодородной земли за целый год. Это чистое рабство. Потому что они все захватили. Потому что все в руках прокуроров, депутатов, бывших и теперешних губернаторов. И поэтому, если освободить землю, если дать им людям деньги, а ее обрабатывать, кредиты, если реально внести новые технологии, если упорядочить, закончить рейдер, что минимум два раза больше может произойти Украина и выйти на первое место по производству зерна во всем мире и кормить реально Европу и Азию, и все будет оставаться для Украины и украинцев. Куда ни посмотришь потенциал, куда ни посмотришь, убили сейчас только что концерн Антонов. Почему убили? Потому что никому не было выгодно. В стране, где управляет директор завода или владелец завода автобусов, там самолеты не нужны. Вот эта история. Украина должна строить самолеты. Даже в Грузии мы строили самолеты. Как Украина может не строить самолеты? О чем мы вообще говорим? Это просто обязанность. Бразилия сделала Embraer. Украина может сделать как Airbus. Украина может сделать как Boeing. Но это мы должны сделать уже при новой ситуации. Поэтому мне кажется, что мы должны про все это говорить в следующие дни. У нас тут будут выставочные стенды. У нас будет, как будет энергетика Украины, где тарифы. Не потому что они говорят, о, они популисты. Так извините, в чем популист? То, что мы говорим, что Ахметов заработал 2 миллиарда 600 миллионов долларов на тарифах? А если бы он заработал всего 100 миллионов, тогда 2 миллиарда 500 бы пошло бы в карманы украинцев в виде меньших тарифов. В чем тут популизм? Считать-то мы все умеем. В чем тут популизм? В чем популизм? Когда весь мир развивается, знаете, мы все ждем газификации в селах. Есть в Украине огромное количество сел и районов, где нет газа. В Европе уже газификация не актуальна. В Европе есть новые технологии, в Европе есть солнечная энергия, всякие новые альтернативные, которые стоят дешевле, и, кстати, которых источники есть в Украине. Но для этого нужны мозги, и нужно правительство, которое любит Украину. Вот в чем вопрос.
Поэтому мы должны об этом говорить. Знаете, в следующей неделе, помимо того, что мы здесь будем собираться, у нас будут семинары, у нас будут дискуссии, у нас будет просто разговор о том, как обустроить будущее. Потому что мы не хотим шило на мыло. Почему я говорю, Украина не так, как была, Украина без Кучмы, Украина без Порошенко. То, что она останется Порошенко, или нет, то, что Порошенко останется без власти и, может быть, без Украины, хотя он хочет меня отсюда выслать, это мы и так понимаем. Но мы не хотим шило на мыло менять. Мы должны понимать, что будет. Кто, как подобрать этих 300 спонтанцев, которые поменяют законы за 5 сессионных недель. Запросто поменяют. Запросто можно за первую же неделю убрать областные государственные администрации, скасовать районы даже администрации, скасовать и прибрать 2/3 державного аппарата Дермайдзев. Оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить. Штрафбаты предлагали, хорошая история. Извините, пожалуйста, а на что нужна Национальная гвардия? На Национальную гвардию тратится гораздо больше денег, чем на армию Украины, чем вооруженные силы Украины. И для чего вчера они показали, похитили 3 незащищенных людей и на самолете повезя их в другую страну. Вот для чего Нацгвардия. Нацгвардию надо закрыть. Украине не нужна личная армия будь якого президента. Президент это не феодал, президент это не царь. Ему не нужна армия, чтобы защищаться от людей. Он сейчас создал личную гвардию, это не национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана только для одного, защищать главного барыгу против собственного народа. И эти деньги надо у них забрать и отдать полиции, отдать армии, отдать людям, отдать на социальные нужды наших ветеранов. Это огромные деньги. И это можно спокойно сделать. Украины должен быть экономический рост минимум 11, 12, 30, 13% в течение следующих 15 лет. Мы этого добьемся. Когда мы этого добьемся, через 5 лет в Украине будет удвоение уровня жизни. Через еще 6-7 лет опять будет, если будет темпы роста такими же, опять будет удвоение. Мы станем быстро догонять ведущие европейские страны. И тогда мы будем ездить не гастарбайтерами туда. Мы будем ездить гордыми туристами. Мы будем ездить на экскурсии. Мы будем принимать 30-40 миллионов наших туристов. Это не будет не дешевый турист иностранный, а это будет дорогой, где украинцы будут зарабатывать огромное количество денег на бизнесах, которые будут их бизнеса, они будут принадлежать какому-то там прокурору или местному там депутату. И тогда Украина станет наипотужнейшей державой и наддержавой Европы. Она, конечно, не будет, мы не будем жить как Германия, Франция за несколько лет, но по перспективе, по темпу, по драйву, по направленности мы добьемся того, что люди перестанут уезжать. Вернется перспектива, вернется надежда, а там, где есть надежда, есть рост. Там, где есть рост, там есть сила. Там, где есть сила, там будет украинская наддержава, яка буде диктувати умови Європі і всім іншим. І де будуть люди жити гірно. Це для мене головне. І так треба робити. Что стоит между нами и этим будущим? Что стоит между нами и этим будущим? Все очень просто. Если говорить, что стоит, это неверие части общества, что это возможно. Если говорить, кто стоит, это маленькая кучка олигархов, барыг и президент его оточения. Вот и вся история. Первое, если мы преодолеем первое, если мы вернем веру, то вторых подвинуть вообще ничего не стоит. Это можно сделать очень быстро и очень безболезненно. Давайте работать с людьми. Давайте, и это, если это собрание, то это должно быть не просто, у нас был Бабинанчий Майдан, у нас была революция гідності, Евромайдан. Я думаю, что мы маємо зробити зараз зібрання надії, зібрання нашей віри.
майбутнє України. Це дуже-дуже важливо. Це головне. Вони хочуть бити нашу віру, але наша віра їх переможе. Наша певність собою в своїх силах і переможе. Наші перспективи реально дуже могутні. Чому я тут? Він то хоче від мене позбавитись, каже, все там гастрольор, щось там розповідають. Все дуже просто. Нема майбутнього ні у Грузії, ні у Молдови, ні у Білорусі, ні будь-у когось в регіоні, якщо не буде України. Так що Україна буде і буде майбутнє для всіх інших. І ми будемо разом цього, до цього доходити. Друзі, ще раз хочу подивитись на цей повний майданчик. Реально. Ну так, вони нас позбавили якісного звуку. Вони там залікали людей, що тут там стрілянина, що тут там бійки, що тут лайка людей один з одним. Нічого не спрацювало. Кожен з вас, це готовий, це нова потужна сила України. Кожен з вас, це готовий пропагандист, це готовий агітатор, це готовий керівник майбутнього України, це головне. Тому що зараз серед вас ми маємо всі провести кастинг, ви маєте провести цих 300 спартанців, нових урядовців, нормального уряду, які будуть працювати на країну, а не на всіх інших. Тому мені здається, що наступні тижні, до сесії, коли вони повернуться, ми маємо стояти і тут, і перебудувати цей майданчик дуже спокійне, потужне, чисте, безпечне місце. Це дуже важливо. До речі, ми домовилися з міською радою Києва і з міською владою, що вони там тут чистили, то що було, як завжди, нормально. Щоб було відчуття нормальне. Це перше. Друге, ми будемо їздити, теж я буду їздити, розповідати людям, що ми тут побачили, про що ми тут говоримо, і теж їх піднімати за майбутнє. За надію, за віру, за конкретні програми. Не просто так, що прийти. Будь-хто, що прийде, має прийти з програмою, з законопроєктами, з конкретними речами, казати, ми вам даємо. І тут стоїмо, даємо 5 сесійних тижнів, все треба зробити. Якщо не зробимо, то тут один великий, так, один наш виступаючий, тут один статуя хотіла, йому показали, що тут буде. Так буде зі всіми. Поэтому я закликаю всіх, давайте, як ви знаєте, більшість людей, яка зараз стояла на сцені, це не політики. І це добре, що не політики. Тому що слово політик в країні не дуже престижне зараз. Тому що це політики самі зробили, щоб зіпсували свою репутацію повністю. Але були інші люди. Була як Ліза, як представники народу, як там Олена, активісти, всі інші. Ви бачите, що у нас різні люди. Тут разом зранку ми прийшли з європейськими послами. Був посол Бельгії, інші дипломати були. Ми пройшлися, ми поговорили про все те, що відбувається. Щоправда, вийшла. І іноземні кореспонденти тут є. І Мішель Терещенко – реально представник дуже великої родини українських патріотів. Ну що я можу казати? Пращури Мішеля Терещенка, вони будували пів Києва, вони побудували дуже багато інших місць в Україні, і Глухів, і інші. І коли мені кажуть зараз ці пупсики з адміністрації президента, тут одні маргінали зібрались, що Терещенка вам мало? Що ви, пусть мені скажуть, Что они построили? Кроме магазинов Рошен? И потом пусть говорят, что Терещенко это маргинал. Поэтому мы будем продолжать. Они все могут сделать. Даже я не хочу, я оптимист, я уверен, что так они не смогут. Но даже если меня кто-то скрутит, схватит там куда-то, что бы ни было, мы продолжаем эту борьбу. Продолжаем, потому что мы должны их победить.
они не могут нас победить. Они могут ночами выкрадывать, нападать, провоцировать, что-то там истерику разводить, как Сергей Лещенко про это говорил. Но они не смогут вести нас к правильному пути. Все равно правда пробьется, все равно солнце зайдет в Украине, как здесь зашло. Так, я хочу, так, у нас такая новина, що, что зараз вони намагаються, они режут колеса нашей машины за звуком и хотят ее забрать. Мне кажется, что нам стоит туда сходить и забрать машину, то, что вам принадлежит, и поставить здесь.